Здравствуйте, меня зовут Марина Сантаева. Я журналист, зоозащитник и директор благотворительного фонда защиты животных «Белый Бим». У меня 4 собаки и 1 кошка. 3 собаки из 4 подобранные, то есть это сиротки, бездомыши, отказники. Мои собаки – это мое вообще бесконечный поток самой положительной энергии, самых чудесных эмоций. Животные у меня были всегда, всегда с самого маленького возраста, но самой моей большой любовью был мой пес Тайфун. Моя огромная любовь к собакам именно началась с Тайфуна. Всех собачников, всех абсолютно без исключения, наверное, без исключения, кусали собаки. Я почему об этом говорю? Потому что Тайфун тоже меня кусал. Вот, ну, был такой эпизод, но в этом была виновата только я, не он. Потому что он меня предупреждал, я лезла к нему, когда он ел. Но я не могу сказать, что это была опасная собака. Как я не могу сказать, что есть там опасные вообще собаки. Это вина не собаки, когда она нападает. Вина владельца, который ее воспитывал, который ее не очень хорошо воспитывал или не воспитывал вообще. Вот тот же питбуль становится при хорошем воспитании ласковее просто котенка. И тот же чихуа, который вот такой, да, килограммовый чихуа, он может быть настолько опасен, что он может порвать там ногу ребенку там, или искусать, ну, достаточно сильно. Воспитывать ее нужно точно так же, как ребенка. То есть с того самого момента, как ты ее взял. И ты должен показать сразу собаке, что ты хозяин. Не она хозяйка, а ты. Собака должна получать внимание, собака должна получать хорошее питание, с ней нужно заниматься обязательно. То есть, и если она даже содержится на улице, этой собаке точно так же нужно внимание, общение, она должна быть постоянно в контакте со своим хозяином, потому что иначе она просто одичает. То есть человек, который берет кошку или собаку, он должен быть готов. Я категорически против подарков в виде кошек и собак, потому что человек просто не готов к тому, что вот это милое существо пушистое, которое ему подарили в коробочке с розовой ленточкой, да, или голубой ленточкой, оно в этот же день начнет, извините, гадить. И в итоге эти животные действительно оказываются на улице. Мы же ежедневно сталкиваемся как раз вот с такими животными, которые, от которых отказались. 3 причины всегда отказа от животных. Аллергия, рождение ребенка, переезд. У многих волонтеров, к сожалению, это происходит, разочарование в людях, да. Именно на фоне вот этого отношения безразличия, равнодушного отношения к животным. Но вот я лично верю, что я верю в добро, я верю в любовь. Я абсолютно убеждена, что человек, который любит животное, он никогда не пройдет мимо беды, и человека в том числе. Никогда. Мы мечтаем об этом и молимся об этом, чтобы у нас не было бездомных животных. На самом деле выход очень простой. Очень простой, и это нужно просто понять людям. Для того, чтобы не было этого бесконечного потока щенков, брошенных собак, кошек и так далее, нужно просто стерилизовать свое животное. И все. И этот поток прекратится. И тогда у нас не будет бездомных животных. Мы мечтаем об этом.